Популярная украинская рок-группа Green Grey впервые хочет представить Украину на песенном конкурсе Евровидения, который пройдет в Киеве в мае этого года. В эксклюзивном интервью для подробностей UA лидеры группы Мурик и Дизель рассказали, чем хотят удивить европейского зрителя, как относятся к конкурсу и кто пригласил их попробовать свои силы. Ребята считают, что музыкально Украина давно стала европейской страной, а молодым исполнителям легко обрести популярность.